Компания LG, IT-подразделение южнокорейского гиганта, тестирует финансовую платформу Corda, разработанную блокчейн-консорциумом R3. Об этом сообщает портал Business Korea. Corda представляет собой узкоспециализированный инструмент, разработанный для финансовых организаций. LG остановила выбор на платформе Corda, поскольку она предоставляет возможность выборочного раскрытия информации, хранящейся в ее децентрализованной базе данных. Блокчейн-система с разрешениями позволяет только конкретным торговым партнерам обмениваться информацией в безопасном регистре, что обеспечит прямое и более эффективное делопроизводство между компаниями.